عبد ذكر قم بالماش خساق الشباب قرس خريق على ماش جقوق الشباب Итак, давайте лучше подробнее поговорим все-таки об упомянутых нами моздокских кабардинцах, то есть вот об этом. Кстати, сами себя они называют адыге, вот, но правда с обязательным дополнением мездегу. Да. На данный момент их общая численность примерно 5000 человек. Живут они в самом Моздоке, в Моздокском районе Республики Северная Осетия Алания, в Курском районе Ставропольского края, ну и уж как минимум несколько сот человек, самой Кабардино-Балкарии тоже проживают. Достаточно подробно, уж не будем здесь даже соперничать, это, как говорится, однозначный факт, что наиболее подробно их жизнь и культуру исследовала в своей диссертации историк Эльзита Болова. То есть, если кому интересно, можно найти, прочитать, посмотреть. Ну так вот, она подразделяла их на три группы. Первая группа – это кабардинские казаки. Ну, конечно, по-кабардински это звучит достаточно… Казакуш. Да, вот как-то так это звучит по-кабардински. То есть это семьи, которые поселились у Моздока со времен основания крепости. То есть о ком мы, собственно, уже поговорили, да? Потом православные кабардинцы, это, видимо, были следующие поколения переселенцев, которые не входили в казачье сословие. Значит, они назывались через тен. И, собственно, моздокские кабардинцы – мусульмане. То есть вот она, исследовав, написав диссертацию, пришла к таким выводам, что все моздокские кабардинцы состоят из этих трех групп. И по словам Эльзиты Боловой, численное соотношение моздокских кабардинцев, вот, ну, христиане и мусульмане, оно примерно одинаковое. И что важно, она в первую очередь исследовала вот этот культурологический аспект. То есть, ну, во-первых, женщина, ей, видимо, вот эти все сабли, шашки, кони, выстрелы, война. Ну, она не ставила такой целью вот эту всю военную историю кабардинских чертей. Моздокских кабардинцев исследовать, она делала упор как раз на культуру, обычаи, традиции, там, песни, пляски, свадебные обряды и так далее. Ну вот что она отметила, что важно. Между этими группами всегда сохранялись теплые отношения, никогда не допускались конфликты. Существовал обычай взаимопомощи известный, да? Да. Во время строительства жилья, сельхозработ, свадьбы, на похоронах, то есть неважно, моздокские кабардинцы, христиане, мусульмане, они все делали вместе, помогали друг другу, и никаких проблем не было. Кстати, подобное можно заметить и в Абхазии, потому что Абхазия в этом плане страна такая вот с таким правилом, что сперва я абхаз, а потом я христианин, мусульманин или даже язычник, в конце концов, потому что в Абхазии вот эти все три модели религиозные, они присутствуют, в принципе, до сих пор. А она на что делала упор в своем исследовании? Это традиция, обычаи или военная служба? Ну, все-таки я уже, как бы поторопившись, немножко сказал, что в первую очередь культура, вот насчет упор на военную службу, ну, там он как бы присутствовал, но... Ну, не на первом месте. То есть не на первом месте, потому что у нее был все-таки культурологический интерес, этнография. Так, например, она, как мы уже обозначили, уделила много внимания особенностям религии моздокских кабардинцев. Выяснилось, что они продолжают исполнять кабардинцы-христиане. Многие языческие обряды тоже. Вот. Почитать различные божества. Ну, по сути, это что-то типа двоеверия, есть такой термин, да? Например, они до сих пор почитают бога молнии, да? Да, Шибле. Ну, можно сказать, что это там черкесский Перун или черкесский Зевс. Ну, такая вот индоевропейская модель, вот эта религиозная, да? У моздокских крестьян даже вот известна ритуальная пляска Шибле-Удж в честь него. При этом, правда, вот тоже интересное сочетание, то есть они, ну, моздокские кабардинцы-христиане,
У них есть в их христианстве элементы язычества, как мы поняли. А еще есть какой-то определенный слой влияния ислама. Например, они посещение церкви называют немес, да, широко используют амулеты, ну вот эти вот кожаные треугольнички, мешочки, которые носятся на шее, которые, кстати, как называют? Дюэ, да. Написанные мусульманскими эфенди и знахарями. Ну, то есть там внутри, видимо, лежит сура из Корана, завернутая. Ну, правда, ни в коем случае нельзя ее открывать, она там лежит и пусть лежит. Но сам по себе факт. То есть амулетик оберег с, скажем так, исламского происхождения, сам он крещеный, ну и шибле-уч, что же он знает, что это такое. Ну и по сути это даже не двоеверие, а своеобразное даже троеверие, что в адыгской среде не было каким-то сверх... Не было и нет, даже так. Синкретизмом на сегодня. Да, то есть не было у них это каким-то шоком, не было каким-то там слишком уж необычным. Да, религиозный синкретизм адыгам был присущ всегда и до сих пор. Они спокойно, ровно относятся к вопросам религии, и элементы какого-то вот радикализма, фанатизма у них, ну, скажем так, им практически неведомы. Да. Кстати, в 2016 году в Нальчике, в издательстве Марии Виктора Котлеровых, которые очень много сделали, много чего издали для популяризации культуры адыгов, да, был издан даже православный молитвослов на кабардинском языке. Называется он, конечно, сложно. Ну попробуем. Хетлеру Псатлехер. Ну, Псатлехер – это, наверное, псалтырь. Псалтырь? Да. Это то есть Тхе – это Бог, Божество. Кстати, если кто не в курсе, слово «Бог» – это не славянское. Ну, изначально, вот, как считают историки, слово «Бог» – это, ну, как бы название высшего силы и существа, там, создателя мира, что это не славянское слово. Соответственно, адыги тоже, например, и даже в исламе часто Всевышнего, ну, иногда, может быть, как бы называют не только Аллаха, да? Да, да, ну, Бог, да, Бог, да. Соответственно, Божий псалтырь, примерно так. Соответственно, что такое молитва слов? Ну, для того, чтобы кабардинцы-христиане читали все молитвы и в церкви проводили обряды на кабардинском языке. Ну, мы знаем, что в православии, в отличие от католичества, нет этого жесткого требования только на каком-то одном языке все делать. То есть во всех православных церквях, а их там больше 10 штук, свои языки, и никого это не напрягает. В их отношении, получается, казачьих братьев у тебя? А, вот, кстати, да, что-то проскочило. Да, как бы присутствует вот в диссертации Эльзиты Боловой термин «казачьи братья», но это такой вот вопрос интересный, что давайте его как-то, ну, пошире объясним. А для этого лучше обратиться даже вот к таким, ну, может быть, более ранним документам. Вот был еще в 19 веке такой известный историк, исследователь казачества по фамилии Бентковский. Он изучал подробно, значит, по линейным казакам у него много работ было. И вот он как-то в одной из своих статей, которая как раз и была об этих казачьих братьях, привел вот документ один. Называется он так: «Ведомость о крещенных осетинах и черкесах, поселенных в Моздоке со времен его основания, ну и по 1785 год». Составил эту ведомость плацмайор Кочнев. И вот он нашел в архивах эту ведомость и ее опубликовал, точнее использовал ее для вот своей статьи об этих казачьих братьях. Ну что эта ведомость показывает? Имена и прозвища обывателей, причем, кстати, не только из кабардинцев, но и осетин, потому что туда, вот в Моздок еще достаточно массово, ну, значит, и осетины прибывали. То есть кто из этих обывателей, из осетин и кабардинцев, в Моздокской крепости сторожил, кто родился, ну или поселился тут, и их лета, ну то есть возраст. Также холост он или женатый, на ком он женатый или вдовый. Много ли у него детей, там пол, имена, лета детей, то есть очень подробный документ. И, кстати, есть ли у него в городе дом или иное строение, то есть, ну, место у него свое, там земля есть своя, построено или куплено,
ну или в приданное получено, в каком месте, под каким номером. То есть, видимо, очень много этот плацмайор потратил и чернил, и времени, и бумаг для того, чтобы этот документ составить. Кстати, еще там упоминалось, в городе живет этот человек или в отлучке, какого он промысла, в каких гражданских или иных службах он был. Ну, то есть очень подробный документ, и, конечно же, его приводить не сможем. Сейчас у нас для Российской империи такие подробные очень. Да, времени мало, но уж поверьте, документ очень подробный. Хотя бы численность давайте скажем, да, то есть сколько их было. Итак, 1785 год. Всех поселенных в Моздоке осетин было 88 семейств, в числе 233 человека обоего пола душ. А черкес 116 семейств, то есть больше. То есть кабардинский черкес больше, чем осетин. Да, 116 семейств, в числе 343 душ обоего пола. Кстати, интересный момент. Бездетных женатых, вдовцов и холостых между осетинами было, до 52%, а между кабардинцами до где-то 40-42-45%. То есть, достаточно большой процент людей, у которых с семьей не задалось. Почему? Сбегали. Пока сбежит, пока обоснуется, пока здесь там дом построит, заведется знакомствами, потом уже, собственно, и о женитьбе идет речь. То есть этот беглый статус, он влиял на то, что эти люди часто, без семей, без детей уходили. Краткая первоэтапная такая миграция. Да. Кстати, в этом документе описывается, что осетины жили, у них было 36 своих по собственных домов построенных, у кабардинцев было 53 дома или сакли, при которых большей частью были огороды, остальные, например, жили при своих родственниках или даже у посторонних жителей, у грузин и армян, которые тоже в этом Моздоке присутствовали. Сдавали. Как-то так. Все они занимались хлебопашеством, и за исключением помещенного в списке отставного прапорщика Семена Циклаурова, который переселился в Моздок в 1767 году из станицы Новогладковской. Он, кстати, происходил из Малой Кабарды, то есть из дворян, видимо, кабардинских. И никто в гражданских или иных либо службах не бывал, и сразу вопрос. Значит, живет в Моздоке определенная часть кабардинцев, но не служит. Получается, да, то есть это как городские обыватели, занимаются хлебопашеством, торговлей, может быть, извозом тем же самым ямщицким по линии Кавказа, да. То есть, и где же тогда вопрос, это что, казаки? Ну да, если это они или казачьи братья, или нет. То есть, получается, речь идет о том, что они не служат, но их называют казачьи братья. То есть, в чем тут заковыка? Да. То есть, это, видимо, нам интереснее будет. И мы уточним. То есть получается, что с 1765 года при крепости Моздок была Моздокская горская казачья команда. То есть подразделение с таким названием оригинальным, да, и горская, и казачья. Но дело в том, что в 1813 году, когда очередной раз начали там что-то подсчитывать, пересчитывать, ведомости составлять, эту ведомость использовали 1785 года. Упомянутый майор Циклауров, кстати. И он сообщал кавказскому губернатору, кавказскому губернскому управлению, туда своему начальству, он и писал в очередной раз записку и о Моздокской горской казачьей команде, и об этих казачьих братьях. Но дело в том, что в его докладе, кто такие были первые, кто такие казачьи братья, и эта Моздокская горская команда, это то же самое или это что-то другое, не упомянул. Единственное, что у него в тексте была одна зацепка такая. Он говорит, что казачьи братья одни служат, а другие по временам должны убылые вакансии заступать. То есть на запасе. Вроде да. Но давайте вопрос. Да? Получается, что все живущие в Моздоке, именно мужчины, осетины и кабардинцы,
если это казачьи братья, а из числа, а из их числа получается, да, формировалось? Команда это, да? Ну, вот если не сильно, ну как, вот если я со стороны это все слушал, я тоже так подумал, так, значит, вот это массив, из него часть служит в этой команде горской казачьей, а остальные, как вот Виталий правильно сказал, ну, в запасе или в резерве, ну, вот что-то типа того. Да. По логике, они, видимо, казачьи резервисты, но вот их называют казачьи братья. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Почему? Потому что прошло еще там сколько-то лет, и вот в 1824 году генерал Алексей Петрович Ермолов решает включить в состав формируемого горского казачьего полка вот эту самую моздокскую горскую казачью команду. И в ней тогда, кстати, служило и числилось 6 старшин, ну то есть как офицеров, и 101 казак. Ну то есть сотня получается. И туда же, в этот горский казачий полк, зачислить общество осетин и черкес, известных под именем казачьи братья, вольно живущих в Моздоке, то есть простых горожан, которые не служили, но числились казачьими братьями. То есть он как рассуждал, вот все, давайте как бы все приводить в соответствие, вот у меня тут на линии казачьи полки, вот давайте эту горскую команду включим в горский казачий полк с другими там станицами соседними объединенными. Вот. Ну и вот эти вот проживающие в Моздоке казачьи братья, но они же казачьи братья. Ну правильно. Народное получается. Да, давайте их тоже, раз они казачьи братья, в казачий полк и зачислим. Вот, но тут случился сюрприз. Дело в том, что если кабардинцы, которые служили в этой горской казачьей команде, они вообще как бы спокойно перешли в казаки, то казачьи братья становиться казаками категорически не захотели. То есть их поверенные, старосты, ну то есть кого они там направили заявление свои делать, от осетин и черкесов много раз подавали прошение о том, что да, мы зачислены в казачье сословие, мы это узнали, как бы вы нас поставили в известность, но мы против. Потому что и без испрошения на то высочайшей воли вы это сделали, ну то есть вообще царь в курсе, вот, что мы не хотим в казаки. И что вообще избавьте нас от этой казачьей службы, которой ни они, ни предки их не привыкли. Опаньки. То есть получается, мы казачьи братья, но мы не служили, мы не служили и служить на самом деле как-то особо не хотим. Ну, короче, в 1824 году началась многолетняя тяжба. Растянулась она надолго, вот даже в 1830 году, то есть получается через 6 лет, вопроса так и не решили. Тогда командир горского полка, полковник Герзилин, которого это все касалось, он донес начальству, что упомянутые осетины и черкесы по их упорству еще в полк не приняты. Mm-hmm. То есть 6 лет вот их тянули в казаки, а они все сопротивлялись и отпихивались. Mm-hmm. Но в конце концов от них отстали. Уже не надо стало. Ну, уже как власти утомились, потому что сколько ж можно. Mm-hmm. Тем более, что следующее начальство, это уже 1834 год, генерал Вильяминов Алексей, который тоже известный, писал, что, ну, в одном из документов, что частным образом мне известно, что когда предместник мой, генерал от кавалерии Эммануэль, ну это кто командовал Кавказской вот эти там, периоды, генерал Эммануэль, прибывший в Моздок, желал заставить осетин и черкес, там живущих, повиноваться станичному начальнику по случаю обращения казаки. Но они, будучи собраны для объявления им о том, ну, в квартире генерала Эммануэля, подняли всеобщий крик, что они не хотят быть обращенными в казаки. И генерал Эммануэль, не успевший уговорить их, предоставил их по-прежнему состоять под ведением моздокского коменданта. Ну, то есть они там такой пор подняли, что этот генерал сказал, так, все, как бы, хватит, уже как бы... У нас понимания нет, в казаки вас тянуть, ну как бы, смысла уже нет. Вот интересный вопрос возникает, если они казачьи братья называются. Но при этом не хотят быть казаками, да как это объяснить? Ну да, действительно, то есть много лет их называют все казачьи братья, когда доходит до того, что ну вы же казачьи братья, в казаки пойдете, ни в коем случае. То есть действительно, а как это объяснить? Тем более, что российские власти очень тоже этому вопросу, ну, сильно удивились и начали как-то вот выяснять, хорошо, а за что и кто и когда вас назвал казачьими братьями, кто вы вообще такие?
Значит, расспросили мозгобских старожилов, потому что, ну сколько прошло лет, это 1820-30-е годы, а это там 1760-е, ну десятки лет прошло. Да, это десятки лет, это уже солидный срок. И вот этим старожилам задали вопрос, ну почему вы казачьи братья? Они ответили, что по преданию общество наших казачьих братьев составилось в Моздок избежавших кабардинцев Айсетин, которые, учиня побег от своих владельцев, поселялись в Моздоке. Ну, пока вроде все нормально. А по разыскании их владельцами были возвращаемы, во избежание чего эти переселенцы по прибытии в Моздок один из семейства, ну там, например, кто-то 10, 20, там 30 человек прибыло, один из семейства записывался в казаки и тем самым избавлял остальных, ну, членов семьи и клана, от возврата владельцам. То есть от всего получая семейство, ну, одного семейства получало казака, как бы. И вот они все после этого уже все подряд назывались казачьи братья. То есть это получается такая ситуация, что это они братья, они семья одного человека, одного кабардинца, казака, который записался в казаки и должен был в этой горской казачьей команде служить. Но при этом вся его семья никакого отношения к казачьей службе и даже к военному делу ну, не имела. То есть да, действительно, они жили как горожане, городские обыватели, занимались извозом, торговлей и ни в каких казаках никогда не служили. То есть они, получается, свою свободу покупали таким образом за счет вот того, что отдавали одному служить в казаки. Кстати, когда начали выяснять, ну, нашли документы, что это предание полностью совпадает с распоряжением российского правительства. Но вот какие? Но мы уже помним, что когда Моздок основался, туда много кабардинцев бежало. Крестилось и все. А кабардинские владельцы предъявляли претензии, кончилось, ну, как говорится, смертоубийством, пролитием, боевыми действиями, и российские власти выводы сделали, что ну, зачем нам ссориться с владельцами кабардинскими, поэтому была издана высочайшая грамота, ну, то есть царский документ, от 17 августа 1771 года на имя всего кабардинского народа. И там императрица Екатерина, между прочим, говорит, что да, в ответ на претензии кабардинской знати, что там вот вы то-то, то-то, то-то делаете, то, что нам не нравится, мы отвечаем, что Моздок уничтожен быть не может. То есть крепость никуда не денется, она будет стоять и дальше. Но мы идем вам на уступку, и что выходящие для крещения на линию владельцы и уздени, то есть знатные кабардинцы, мы их будем принимать. А потому что они сами себе хозяева. Они будут и впредь принимаемы. А вот беглые рабы теперь будут возвращаемы своим владельцам. То есть мы узаконяем, чтобы все природные кабардинские холопья впредь выбегать могущие, назад возвращаемы были в предупреждение умоления нужных для работ людей в таком обществе, ну в кабардинском обществе, коего благополучие теперь нам приятно. Ну, то есть мы там имели конфликт с кабардинцами, потом опять замирились. Теперь благополучие кабарды как таковой нам приятно. Поэтому мы запрещаем беглых крестьян принимать все. То есть претензии кабардинской знати мы ликвидируем. И теперь получается, что вот как только этот документ опубликовали в августе 1771 года, все, беглых холопов теперь возвращали обратно. Они прибегали по старой памяти, ну вот все, мы вон, ну, как вот перед нами, все же сюда. А им говорили, ребята, извините, ситуация изменилась, назад. Идите обратно к своим владельцам. Ну, от этого, видимо, и пошло. То есть, если до этого документа моздоки принимали всех, а с этого года простые незнатные горские выходцы, ну, они тоже ну, вынуждены были обходить закон. Как обходить закон? Раньше такой же надобности не было, всех прибыли, все как бы всех зачислили, все нормально, все хорошо. А теперь они начали хитрить, то есть от вот этого крепостного рабства уклоняться тем, что вот один добровольно в казаки вступает в нашей семьи, ну а мы все его семья, родственники, как же так, все, теперь принимайте нас всех. То есть один служит в горской команде, казакует, а мы просто живем в Моздоке.
То есть вот мы, этого выбежавшего семейства члены, мы казачьи братья. Ну вот как-то так. Ну тогда кого же Бола, получается, в своей работе обозначила как кабардинский? А, да, в принципе, да, мы же сказали, что сперва вот первая категория кабардинские казаки, кстати, как их там язык? Казак-куш. Да, вот кабардинские казаки вроде как же, получается, были казачьи братья. А вот через стены там сказали крещённые кабардинцы, но не служившие. Ой, а это может быть как раз и через стены будущие, а может, ну ладно. И потом кабардинцы-мусульмане. Сразу вопрос. Значит, видимо, сейчас мы говорили о православных кабардинцах, крещённых, не казаках, видимо, категория номер два. А кто же такие кабардинские казаки? Ну, видимо, да. То есть это вот в первую очередь те старожилы, это первые партии, первые поколения выходящих из Кабарды старожилов в Моздока, которые вот спокойненько, без возражений, при Ермолове в 1724 году были зачислены в горский казачий полк. Кстати, уже название о чем-то говорит, кто там служил. Там, кроме кабардинцев, ну, вообще-то служили и русские казаки, или вот те же самые казаки-осетины, которых мы упоминали. У казаков-осетин даже, ну, две станицы были, Черноярская и Новоосетинская, там все доблестно, все замечательно, то есть там целые кланы казачьи из этих казаков-осетинов вышли. То есть вот это все горский казачий полк. И в нем, получается, служили кабардинцы, казаки-кабардинцы. И причем, вот не надо их путать, знаете, еду там в казуистику, если вдаваться, там еще был моздокский линейный казачий полк, и получается, что, ну как бы, Моздок же, да? Нет, они в горском линейном казачьем полку служили, потому что моздокский казачий полк создали еще в 1770 году из волжских, или как на Кавказе принято говорить, волжских казаков, которых переселили на Кавказ с Царицынской линии, то есть с Волги, ну, город Царицын – это нынешний Волгоград, бывший Сталинград. То есть это волжские казаки, их назвали моздокскими казаками. Вот этого элемента кабардинцев моздокских в них, ну, получается, не было. Как полки там у нас часто там на побережье, так, Цингинский там был, вот эти кабардинский полк. То есть заслуженный полк русской армии, который стоял в Кабарде, воевал в Кабарде, а потом поселок Кабардинка возле Новороссийска. Да. Или Шапсунский батальон, говорят, там Шапсунский. Шапсунский береговой батальон назван по побережью был, на том, где жили шапсуги. Ну подождите, вообще-то что вспомнил? Потом вот я сказал, что горский казачий полк, моздокский казачий полк, а потом их объединили. Где-то вот уже после Кавказской войны, где-то в 1870, по-моему, году их объединили, и был уже такой горско-моздокский полк, уже терского казачьего войска, когда уже произошло разделение, да, то есть уже кавказского линейного войска не было, то есть получился горско-моздокский казачий полк терского войска. Кстати, он имел личного шефа имени генерала Круковского, известный был такой генерал. И вот в нем-то теперь уже объединенно вот эти кабардинские казаки дальше служили вплоть до там, Великой войны, до революции, до гражданской войны и так далее. То есть все-таки такая, как бы, такая справедливость историческая восторжествовала. То есть полк и горский, и моздокский. То есть его название объединилось. Вот это вот тема кабардинских моздокских казаков. Получается, практически мы проследили историю кабардинских моздокских казаков, ну или просто крещенных моздокских кабардинцев в общих чертах. Но на самом деле это как бы не совсем полная картина. Дело в том, что мы еще не упомянули казаков-кабардинцев из Бабуковской станицы, ну или же Бабуковский аул, который стоял на реке Подкумок и входил в состав другого подразделения казачьего, волжского казачьего полка, который, ну, мы упомянули. Ну, по сути, это район Пятигорья. То есть Кавказские минеральные воды, тот вот участок границы, так или иначе, находился в ведении волжского казачьего полка, а потом, если двигаться к Кубани, там уже, ну, другие эти полки, там Хоперский, там этот вот, там, Кубанский, Кавказский, линейный и так далее. И вот получается Бабуковская станица, Бабуковский аул изначально как раз входил в состав волжского казачьего полка. Вот, собственно,
о них тоже можно было бы рассказать. Ну вот вопрос у меня даже сразу возник. Там, насколько я помню, Бабуковский с абазинами он очень связан. Да, да, правильно. Вот Виталий иногда, когда надо, меня направляет, ориентирует, потому что, да, действительно, как вот и в Горско-Моздокском казачьем полку, кроме кабардинцев, служили осетины, ну, то есть, да, в Бабуковской станице жило, скажем так, черкесско-абазинское общество, и казаки-абазины там тоже были, то есть вот казаки-кабардинцы и казаки-абазины. Причем, судя по документам, как раз абазины там чуть ли не даже раньше появились. Mm-hmm. То есть вот на этом месте, не то что там казаками, а вообще на месте проживания. То есть как это примерно было, ну опять же это конец 18 века, вторая половина, как и с моздокскими историями так даже примерно развивалась, что, если не ошибаюсь, 1785 год, равнинные абазины Тапанта. Не будем забывать, что вот это все абазины делятся на две категории. На вольных горных абазинов, шкарауа, да, и на равнинных абазинов, тапанта, хотя вдруг тапанта? Тапанта. Ну, тапанта. Равнинных абазинов с княжеской властью. Кстати, в чем аналогия с племенами адыгскими, ну, аристократическими, ну, и демократическими? Я не отметил бы, что все-таки есть разница в диалекте, она достаточно такая. Не, ну это понятно, да, да, да. Итак, то есть вот это княжеские равнинные абазины Тапанта, которые перешли сюда, вот в район Пятигорья, с Кубани, с верхней, с реки Тахтамыш, и были поселены российскими властями на левом берегу реки Подкумок, недалеко от города Георгиевска. Ну, потом, по-моему, на этом месте сейчас стоит станица Незлобная. То есть, может, я чуть-чуть как бы промазал, так маху дал с кавказскими минеральными водами, ну, хотя Георгиевск, ну, все-таки это, ну, будем считать, что я почти попал. Итак, то есть, недалеко от города Георгиевска появляется Бабуков аул. Ну, в конце 18 века там жило где-то в районе 400 душ. Ну, то есть, нормальный такой аул, достаточно большой по кавказским меркам. Сюда потом, как бы, кроме абазин, стали прибывать и кабардинцы, недовольные своими князьями. То есть, ну, получается, Виталий прав, сказав, что сперва вот Бабуков аул как-то вот, ну, с абазинами больше он ассоциируется, да? А откуда именно название Бабуков? Ой, ой, хороший вопрос. Это вот тот самый вопрос, который часто вот пики ломают наши вот уважаемые национальные коллеги-историки. Ну, кто вот может носить фамилию Бабуков, да? С одной стороны, есть доказательства, что это, значит, был такой абазин, ну, какой-то абазинский владелец, фамилия Бабуков была, вот Бабуков АУ. А другие авторы, например, говорят, нет, подождите, ребят, был такой кабардинский уздень Бабуков, это вот из-за него, вот как бы в честь него все назвали. Но вопрос сложный. Потому что, вот как бы там ни было, абазины и кабардинцы, они же в этом ауле жили не изолированно друг от друга, да? Они за долгие годы естественным образом перемешались, переженились, перероднились, и фамилии свои перемешали. Вот, но опять же, если не вдаваться в подробности, вот есть на свете сейчас кабардинец, у которого может быть типичная абазинская фамилия, но полно. А с другой стороны, вот иногда, как я реагирую, общаюсь с человеком, говорю, а, ну вы же абазин, у вас фамилия абазинская. Он говорит, нет, я кабардинец. Ну вот. Смешанная идентичность – это нормальная. А база в Кабарде, обсуждали эту книгу, выходила, и сколько было там, хоть она и не вся полностью такая адекватно сделана, но все равно там большая часть материала хорошая. И то же самое мы встречаем в Западной Черкесии, когда есть прям факторы, когда у человека шапсукская конкретно известная фамилия, а он себя жидуком считает, и даже известно, что его дед, допустим, был шапсуком. То есть да, в трех-четырех поколениях люди просто поменялись. Ну, можно как бы не то чтобы удачно пошутить, но сказать на эту тему так. Папа турок, мама грек, а я русский человек. То есть человек осознает себя, вот кем он себя хочет осознавать, ну, значит, он и будет. Итак, ну то есть получается, вот так они и жили в этом ауле совместном, кабардинцы, абазины. Это были уже, получается, российские подданные мусульмане, то есть это уже была, ну, территория Кавказской линии, это была российская сторона, они как раз сюда и уходили вот от этого произвола кабардинцев. Кстати, абазины тоже.
потому что Абазин был такой, может быть, не очень для них приятный момент, воспоминание, что да, когда-то равнинные Абазин и Тапанта, они находились под властью кабардинских владельцев, платили им дань, ну и все, что положено, там делали, да, то есть владели часто и контролировали их кабардинские князья. Ну так вот, часть этих поселенцев Бабук-Баул вскоре, ну, обжились, поселились, ладно, ну, примерно человек 80, то есть не всем аулам, то есть, да, они крестились, то есть вот, то есть мусульманский аул, абазинско-кабардинский, часть жителей крестятся, становятся, точнее, высказывают желание стать казаками Волжского казачьего полка и, да, все, пожалуйста, несут казачью службу. Что это были за бабуковские казаки? Ну, среди них мы можем, например, встретить фамилии Лововых, ну, вроде как Абазин, да, княжеская абазинская фамилия, Махоковых, Джандемировых, Трамовых, Аджиевых, ну и так далее. Распространенные. Да, вот такие вот абазино-кабардинские казаки были. И, кстати, при посещении генералом Ермоловым Кабарды в марте 1821 года случилось то, что и вот с этой с историей с Моздокскими. То есть вот вы отдельная команда, вот вы там частично служите в казаках, частично не служите. Тут то же самое сказали и бабуковским жителям, что так, ребят, ну если вы вроде как, по крайней мере, часть из вас в казаках, как говорится, добро пожаловать всем новым в казачье сословие. То есть генерал Ермолов обратил внимание и на казаков из Бабукова аула. Жители, значит, там, он говорит, ну, у вас же много, почему только там 80-85 человек вы, ну, в казаках у вас зачислено, да? То есть он решил, что, как и в обычной казачьей станице, здесь должна быть вся станица зачислена в казачье сословие. Полную сотню казачьего они должны выставлять, потому что пропорция в линейных казачьих полках какая была? Вот станицы в толпу, и каждая станица выставляет сотню. Да, ну раз вы живете в этом аулом станице, с вас, значит, сотня казаков будет. Вот. Да, ну и сам получается не аул теперь, а станица. Бабуковская Волжского полка. Ну, а остальным жителям, естественно, что кто-то сказал, что, ну, мы не желаем вступать в казачество. Ну да, вы теперь жители уже станицы Бабуковской. Ну, если не желаете вступать в казачество, вы можете переселиться в пределы Кабарды. То есть, если вас этот, ну, статус не устраивает, вы можете вернуться обратно. То есть, вот так российские власти поставили вопрос. Ну, собственно, что и произошло. То есть, кто-то ушел в Кабарду, а остальные остались проживать теперь уже в казачьей станице. И казачья сотня бабуковских казаков, скажем так, имела большое значение для российского командования. Потому что эти новоявленные казаки были прекрасные лазутчики, разведчики, проводники, переводчики. Ну плюс и часто у них была, скажем так, кровная месть и свои счеты с немирными враждебными горцами. Поэтому можно сказать, что они активно принимали участие в событиях Кавказской войны на вот этом участке линии. В Кабарде казаки-бабуковцы наряду с казаками Волжского полка воевали там и на Баксане, и на Шалушке, и, ну, много где они воевали, участвуют в этих боевых действиях. И, кстати, в этой связи непокорные горцы объявили канву бабуковцам, и неоднократно пытались нападать на них, разорять, потому что со временем они как бы увеличивалось их число, аулы, какие-то хуторки у них вот на Подхумке, на соседней речке Золки появились, то есть уже таким хозяйством они жили хорошим. Ну, соответственно, вот часто как это подбегали, прорывали кордон и нападали на эти территории немирные горцы. Ну, в ответ, соответственно, где тоже не оставались, как говорится, в накладе. То есть, вот так было. Но с другой стороны, с принятием казачьего статуса, ну, может быть, не все так гладко шло, как хотелось бы российским властям. Почему? Потому что многие члены казачьей сотни бабуковцев, они требовали, чтобы, например, им было всем предоставлено дворянство. Ну, с какой, как бы, с какого бука они захотели? Да.
Многие из них представляли старинные документы, грамоты, где примерно как бы, в их прошениях текст был такой. Вот мы числимся простыми казаками, то есть мы начинаем службу с рядовых чинов, вот, ну а мы-то родом из древних почетнейших первостепенных абазинских и кабардинских узденей, то есть как-то, нам нужен офицерский статус, да, то есть мы не хотим служить рядовыми казаками. Кстати, не такая уж это и редкость. Вот вспомним нашего Крымчирея, султана Хамфея, и не только его, из западных адыгов, которые как-то вот через казачью службу прошли. Они практически все были дворяне, ну, а кто-то даже и князья. Ну, так они зачислялись в службу рядовыми казаками. Ну, быстро делали карьеру, потому что им помогали быстро достичь вот этих офицерских чинов. То есть, с одной стороны, там это каких-то вот таких серьезных препятствий не встречало, а здесь вот казаки из Бабуковского ула предъявили претензию. То есть, мы хотим быть офицерами. Ну, российские власти на это не пошли. То есть, такая вот, ну, с неприятным осадком история, да? Наверное, все-таки Восток, Кабарда, там более княжеская тема была развита. Ну, может быть, процент был больше. Да, мышление такое. Или вот статус. Да, посерьезнее. Ну, то есть они себя воспринимали, видимо, на гораздо более высоком положении социальном. Ну да, видимо, да. Вдобавок, еще и что надо сказать, что как все казаки инородцы, они, ну, их тоже напрягали некоторые вещи, чисто вот когда с обычным российским социумом они сталкивались. Какие? То есть у сел и станиц на Кавказской линии были разные повинности. Например, подводная повинность, ну или там подвод, вот это там как бы перевозить какие-нибудь там грузы нужно, это, предоставлять людей, телеги, чтобы они там что-то отвезли, там привезли, то есть, но при этом, естественно, что как бы не всегда за это платили. Вот, ну даже не это, а еще была такая повинность постойная, потому что часто у полков там, у подразделений армии, казарм каких-то вот таких не было, а если и были, то они, например, находились там, бог знает где, а пол кидали по всей линии туда-сюда обратно. Ну или они марши совершали, вот эти переходы там с центра линии на там, левый фланг или на правый фланг. Ну, короче говоря, в Бабуковскую станицу иногда попадали там солдаты, армейские части на квартирный постой. Ну вот казаку Бабуковцев напрягало, что когда, ну, как бы места мало, и поэтому они вселялись и не только в мужскую половину дома, а часто еще и занимали женскую. Ну, понятно, что это с кавказской точки зрения культурной очень неприятный момент. Российские власти тоже как бы со своей стороны говорили, ну а что, куда деваться, надо же где-то вот дать людям постой. Но это вот вызывало тоже определенные дрязги. Но нельзя сказать, что это главное. Главное, наверное, было то, что все казаки-инородцы, ну, как их называли иногда в тех документах, они вот от этой своей азиатской свободы отвыкнуть не могли. Поэтому, ну, достаточно регулярно в станице Бабуковской случались различные происшествия, ну, по которым потом начинались долгие разбирательства, вплоть до уголовных дел и так далее. Ну, приведем пару примеров. Например, вот иногда приходится что делать? Арестовать урядника Малихегова за попытку расплатиться несколькими фальшивыми 10-рублевыми ассигнациями. А при этом он же ранил казака Кержигенова. Кержигенова, да. Ну, то есть, какой-то вот конфликт бытовой, там, поножовщина, ну, в смысле, видимо, до кинжалов дошло, вот, и так далее. Кержигенов такое, что-то калмыцкое. Что-то такое, если калмыцкое, может быть, да. В следующий раз, уже следующее разбирательство, значит, военно-полевой суд в Ставрополь на гауптвахту, значит, конвой приводит грабителей из бабуковских обреков, два братьев, Браса и Али Мидовы, которые вот долгое время скрывались у соседних, кстати, нагайцев. Ну, то есть, ударились они в обреки, там, занимались всякими нехорошими делами, их арестовали, доставили на суд. То есть, вот, из Бабуковского ула. Или, например, рассматривается, значит, дело о побеге трех казаков, ну, наверное, Давлет Гирея, хотя в документах написано Далот Гирея. Далот Гирея Дайрукова, Исхака и Кудинета Купсергеновых из Бабуковской станицы. То есть, три казака сбежали.
Ну, правда, ну что там говорить, видимо. Но поскольку они вернулись сами и не совершили какой-то уголовных преступлений за это время, а даже раскаялись в поступке, то их не предали военному трибуналу, а строго предупредили и занесли в штрафной журнал. Ну, то есть, одним словом, бабуковцы, вот в силу своего горского менталитета, ну, они на порядок превосходили своих вот русских сослуживцев из Волжского полка вот в таком вопросе, как там, неповиновение властям, дисциплина, причем часто чуть что обнажали оружие, ну, то есть, вот на офицера там, как бы, с угрозой, даже вот с открытым применением оружия доходило. То есть, когда там кого-то приходилось хватать за руку, когда уже шашка была обнажена и занесена, там его скручивали, арестовывали и так далее. То есть, вот это все, вот эти все нюансы, как говорится, горского менталитета играли свою роль. Культурное столкновение такое. Да. Ну, короче, годы шли. Эти, видимо, культурные различия или непонимание накапливалось. Ну и в конечном итоге устав от русской дисциплины, ну, то есть, когда из них требовали, как с обычных казаков, все выполнять, не нарушать и так далее. Бабуковцы сказали, что желают выселиться из настоящего места в Кабарду. То есть уже как бы сами сказали. И поэтому в 1861 году российские власти, ну, наверное, даже с облегчением в душе, статуса казачьего их лишили. Вот. Ну, тут такая вот получается история была, которая длилась с конца 18 века и до 1860-х годов. Вот такие более-менее спокойные для Кабарды уже, по крайней мере. Да, да, конечно, на тот момент уже никакой Кавказской войны в тех местах не было. И, кстати, ну, вот получается, вот это если все подытожить, то есть мы говорили сперва о моздокских кабардинцах из Горского полка, ну или Горско-Моздокского потом. Вот об этих говорили, значит, бабуковских казаках. Но это не значит, что вот получается, они вообще, и бабуковские казаки тоже прекратили вот свою службу в рядах, тогда уже получается, терского казачьего войска. Да, например, станица ликвидировалась, кто куда там разъехался, переехался, но многие из них продолжали служить в казачьих частях. И причем, это вот реальный факт, многие из кабардинцев, из, вот, из этой среды казачьей, они принимали участие активное в покорении Западного Кавказа. Воевали против западных адыгов на заключающем этапе Кавказской войны особенно. Вот. Хотя, конечно, из самих западных черкесов были созданы подобные, ну, подразделения, например, как такие были регулярные формирования, как Анапский горский полуэскадрон. Вот. Или Кубанский, или как еще там его называли, Лабинский конно-регулярный эскадрон. Или, естественно, можно упомянуть так называемых гривенских черкесов, казаков Черноморского войска, ну, из местных адыгов набранных. Но, видимо, вот о них уже подробный рассказ пойдет в других частях. Спасибо. Ну что, заканчиваем первую серию, вот, раз мы поговорили о моздокских кабардинцах. И переместимся в следующих сериях на запад, как да, в другую часть Кавказа. Да, поговорим уже о тех, которые ближе к нашему, да, региону, да, частях, и разберем их. До новых встреч!